Итак, запись пошла. 3, 4, 5. Ребята, всем привет! В этом видео я вам покажу, как я нахожу сигналы. Будет онлайн-торговля. Я ничего не буду обрезать. Решил записать это все с камерой. Права на ошибку у меня нет, так как я ничего обрезать не буду. Поэтому я буду больше думать, чтобы не сказать какую-то херню, потому что обрезать я это не смогу. Ну, в любом случае, косяки будут. Так, я создал счет. В конце видео я, как обычно, его разыграю. Буду торговать all-in'ом. Итак, перед тем, как мы приступаем к торговле, мы обязательно просматриваем, ребята, экономический календарь, чтобы какая-то новость не испортила нам сигнал. Видим, да, в какое время выходят новости. 18:30, в 20:55 вот вышло. Новости не выходят никогда там в 16:27 или 15:44, да. Итак, посмотрели. Ближайшая новость через час. Приступаем к торговле. Я не знаю, насколько получится это видео. Вы мне обещали, что будете смотреть. Ничего не обрезай. Даже если я буду молчать. Так что хотели, смотрите. Все равно, да, я записываю видео, я тороплюсь. Вот, когда я сам торгую, подхожу с холодной головой, здесь я думаю вот о том, чтобы оно не слишком было затянутым. Этот фактор тоже будет сказываться на мне. Так, я пока хороших ситуаций не вижу, а вы... Еще раз проходимся. Я буду скальпировать два сигнала за торговую сессию. Это мое правило. Я знаю, ребята делают 3-5 сигналов. Я делаю 2. Вот мне удобнее всего с двумя. Давайте я, наверное, буду торговать на всех валютных парах, даже если там маленький процент, потому что суть видео показать, как я ищу сигнал, а не заработать. Чтобы не затягивать время. Смотрите, какой у нас здесь коридор, да? Ждем разворота и заходим на повышение. Так, у нас есть здесь задержка. Не задержка, а страховка, вернее. Когда создаешь счет, вот нажимаем. А сделочку заключить пока не можем. Нужно подтверждение. Видим, да, вроде бы был разворот. Здесь не нужно спешить. Минуты здесь везде. Но вот здесь, кстати, бы минуты не хватило. Вот смотрите и анализируйте прошлые ситуации. Давайте здесь войдем на минутки две. Но здесь бы и две минутки не хватило. В любом случае, здесь нам нужно дождаться разворота.
если мы здесь будем заходить. Видите, не спешим, потому что вот если люди торгуют по сигналу, вот они херачат, а график может опускаться. Ждем, видите, ждем максимально хорошей позиции. Зашел на развороте. Так, уровень поддержки, я думаю, видят все. Вот он. Вот какой у нас шикарный уровень поддержки, да? Сколько раз мы могли бы здесь заработать? Раз, два, три, четыре, пять. Ну, здесь опасная ситуация. Так, пока первый сигнал довольно-таки быстро я нашел. В принципе, да, если бы я здесь заключил, тоже бы сделка зашла. Но спешить не нужно. Нужно дождаться разворота. Итак, первый сигнал шикарный. Сделочка заходит в плюс. Так, идем дальше. Или может здесь будем работать уже в коридоре. Вот видите, нашел коридор. Почему бы нам с ним не поработать? Так, видим, да? После отскока у нас идет консолидация. Отскок, консолидация, отскок, маленькая консолидация. Вот здесь она такая большая. Что такое консолидация? Вот горизонтальное, можно сказать, движение. Главное не пропустить. Здесь я уже упустил ситуацию. Давайте на 500 зайду. Поздно, видите? Упустил ситуацию. Здесь уже, да, вот на середине заходить опасно. Вот что может произойти. Маленький откат может произойти, вот как здесь, например. Вроде бы, да, заходим вниз, и цена выстреливает. Так что, может быть, вот, видите, как вот эта вот ситуация напоминает нам предыдущую. Вот, идет откат. Кстати, в обеих случаях был откат. От него давайте и зайдем. Нужно нам чуть выше, чтобы подошла цена. Ладно, давайте поищем.
еще одну ситуацию. Вот. Уровень есть, есть. Минутки здесь... А нет, минутки здесь достаточно. Нет, две минуты здесь достаточно. На минуту. Итак, опасно. Вроде бы уже идет затухание, да? Но можем нарваться на вот такую вот просадку. Так, 30%, неважно, да? Давайте зайдем на... Вот, идет затухание, не хочет дальше идти цена. Ну, это такой сигнал на спешку, да? Но я специально перестраховался, зашел на 2 минуты. Здесь может все решиться в последнюю секунду. Почему-то у меня очень подвисает платформа. Ну такое, да? Никакого сильного движения не происходит. И, скорее всего, здесь сделка закроется в минус. Волатильность упала. И последние секунды могли все решить. Даже 2 минут нам не хватило. Сразу же покидаем такую валютную пару. Видите, я сразу зашел на 500 рублей, потому что сигнал не очень. Так, что у нас здесь? Ага, здесь идет уже пробой. Так, я вам сказал 2 сигнала, да? Ну, так как цель не заработать, давайте еще один сигнал. Смотрите, очень крутая ситуация. Почему? Почему эта ситуация крутая? Потому что цена очень плавно идет. Вот она не такими вот скачками, она идет очень плавно.
И здесь, понятное дело, нужно идти только по тренду. Ой, что я включил? Еще ничего не включил. Ну, здесь шикарный сигнал. Сделка заходит в плюс. В принципе, вот и все. Смотрите, да, какой плавный нисходящий тренд. Здесь ничего выдумывать не нужно. Можно на минутку, можно было бы на две. Вот такая вот ситуация, ребята. Итак, ничего не обрезал. 16 минут видео, в принципе, я думал, будет больше. Итак, смотрите, вот в принципе и все, ничего не усложняем, нету никаких индикаторов. Этот счет я подарю вам, я долго думал, как я это сделаю, обычно как я это делаю, комментарий, который не набирает ни одного лайка. Но здесь, давайте знаете, как сделаем, сколько у нас на счету? 2300, да? Давайте комментарий, который за час, отдельный комментарий, наберет больше всех лайков. Интересный такой конкурс, да, еще такого не делал. Вы получите этот счет на счету 2300, можете на 1000 рублей закупить лайков и накрутить себе лайки. Я не знаю, как кто будет выходить из этой ситуации, мне просто интересно посмотреть, как люди будут себя вести. Так что, ребята, 2300 вы получите, если ваш комментарий наберет больше всех лайков за 1 час. Видео выходит у нас в 8 утра по Москве. И к 9 утра у вас должно быть больше всех лайков. И вы получите этот аккаунт. Вот такая вот ситуация. Результаты конкурса будут в открытой группе. Первая ссылка в описании. Ребята, кому интересно, добро пожаловать в мою бесплатную группу по заработку и обучению. Первая ссылка в описании. Чтобы сюда попасть, достаточно написать в сообщение сообщества «Прими в команду». Вход только таким способом. У меня, еще раз вам напоминаю, одна единственная группа по заработку. У меня одна оригинальная страница в ВК и в Инсте. Все остальное это фейки и мошенники. Я никогда ни у кого не прошу денег, я не раскручиваю счета. Я наоборот отдаю людям деньги в открытой и закрытой группе. Я провожу конкурсы каждый день. Я раздаю по 500 рублей в открытой и закрытой группе. Вот, только вход через это сообщество и нажимаете «Отправить». Все. Также, кому интересно, смотрите статистику моих сигналов из закрытой группы. Вторая ссылка в описании. Там мы торгуем каждый день без выходных. Также, ребята, подписывайтесь на канал по торговле. Здесь подписчики присылают свои видео. Нас уже 32 тысячи. Здесь тоже очень много интересной и полезной информации. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И, конечно же, не забудьте подписаться на основной канал. Вот, нужно нажать сюда. Поддержите это видео лайком. Всем спасибо за просмотр. Удачной торговли. Всем пока.